И всем привет, с вами Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я буду распаковывать наушники Trust 7.1 Vibration Headset GXT363. Вот так они выглядят, сейчас как-нибудь ровно вот так вот покажу. И сейчас я буду рассказывать сначала о коробке самой, то есть сзади тоже так все красиво сделано. Ну, я не знаю, сейчас я еще покажу это все. То есть у нас есть Bass Vibration, тут написано Bass Vibration, 50 мм speakers и 7.1 surround sound. Да, вот так вот все написано здесь, можно прочитать. И сейчас мы начнем, уже сейчас я отлеплю. Так, и это тоже. Так, и вот такая у нас коробочка пока что. Так, все. Дальше показывать нечего. Все, я перехожу, значит, с этого места на другое место и начинаю уже показывать их самих. Все, приятного просмотра. Итак, с чего же здесь начать? Это у нас коробка. Сейчас еще раз полностью ее покажу. Ну, здесь так вот написано. Так, 363, GXT, Trust. И сейчас все, вот так вот коробка, то есть можно посмотреть. Ну, такая красивая коробка, реально красивая. Я не знаю, не настраивается нормально это. Да, ну нормально, думаю, вам покажет. Все. Окей. Мы начинаем открывать. Немного она тут битая, странно. Но это я, ладно. Так, все, ладно. Начинаем открывать коробку. Сейчас я ее вот так вот ставлю. Так, и мы ее как-нибудь вот так сейчас выдвинем. Как-нибудь так вот выдвигаем. Так вот делаем. И сейчас посмотрим. Так, тут у меня их уже нету, потому что я их уже распаковал, но я сейчас полностью их выдвину. Итак, я распаковал, вот сама еще раз коробку показываю. Все, то есть коробку я пока что убираю куда-нибудь сюда и уже начинаю рассказывать о самой коробке этой. Так как я уже их распаковал, наушники я вам позже покажу полностью. Показываю вот так вот, снимаете эту штуку. Я сейчас скажу зачем. Снимаете эту штуку, чтобы вот так она убралась. Убираем эту штуку, она не нужна. И теперь смотрите. Здесь у нас есть наклейка. Здесь у нас наклейка Trust Gaming. Ее можно приклеить, как у меня на компьютере приклеена, так вы у себя можете приклеить. Кстати, вот эта самая наклейка у меня на компьютере. Да. Ну, мы продолжаем. Наклейка нам не нужна. Ее куда можно приклеить. Я пока ее сюда куда-нибудь поберу. Здесь у нас инструкция по применению. Самое интересное, что здесь можно найти, где скачать эту самую программу. Сейчас покажу, где. Вот она. Вот, заходите сюда. Ссылка здесь полная. Trust.com. Забивайте, короче, в поисковую строку. Здесь все можно посмотреть, как устанавливать эту программу. Вот так вот примерно она выглядит. Возможно, она обновится, как у меня. Вот так она будет выглядеть. Окей. Так, ну с этим я разобрался, в принципе. Сейчас продолжим. Дальше. Дальше это я убираю, это мне не нужно. Так, и здесь тоже такая вот инструкция по тому, как это делать. Короче, это нужно, если вам. Теперь сами наушники. Сейчас расскажу о самих наушниках. Вот сами наушники, так вот они выглядят. Я вам сейчас это все продемонстрирую и покажу. Так, коробку я сейчас уберу куда-нибудь сюда. Я не знаю, куда я ее сейчас закину. Сюда, допустим. Я ее закину, чтобы она вот так вот была. И мы начинаем с наушников. Наушники выглядят вот так вот. У них есть такая специальная штука, как вот такая вот штука. Я поставил уже цвет зеленый, потому что у меня включен микрофон. Я могу выключить микрофон, включить микрофон. Изначально как это выглядит примерно вот так вот. И вот так вот без зеленого он есть. То есть
Когда вы только установили драйвер, все установили, вы установили 7.1, у вас все это светится вот так вот. И вот так вот все. Значит, здесь, как этой штукой пользоваться? Громкость. Эта штука не нажимается, это громкость плюс-минус. Это выключить микрофон, кнопочка. Это выключить звук. Все, я сейчас... Здесь это бас. Здесь вы ставите бас. У меня сейчас включен бас на стандартную, как это должно быть. Можно бас-бустер поставить. Можно вообще отключить бас, если он вам не нужен. Ну, здесь отключается, как вам нужно вообще. Ну, все, как бы. Я минус, можно тут нажимать. Так, окей. Нажимаем сюда, все, это можно выключить полностью или включить только микрофон. Вот сами наушники, я не знаю, как это будет показано, но я думаю, все круто. Вот так вот они выглядят, вот так вот круто они выглядят. Сейчас я попробую как-нибудь, ну, микрофон они сейчас вытащатся, получается. Так, достаю микрофон. Микрофон выглядит вот так вот. Вот так вот он выглядит. Вот он. Сам микрофон. Думаю, все круто я показал. Ладно. Дальше мы переходим уже с другого ракурса, поэтому приятного вам просмотра. Итак, я сейчас снимаю кепку, бросаю ее куда-нибудь сюда, надеваю сами наушники. Так выглядят сами наушники, то есть в них хороший звук, можно микрофон сделать, можно одевать их как захочешь, но вообще одевается так. Ну, смотря с какой стороны у тебя компьютер. Можно вот так вот сделать микрофон, звук очень хороший, и я даже могу настроить его в специальной программе, которую я вам сказал. Вот так вот это все выглядит в этой штуке. В этой штучке можно сделать, чтобы был свет. То есть здесь вот так вот показывается свет. То есть я могу играть так, я могу это все круто. Ну, я могу озвучивать что-то, я могу что-то делать, играть. Меня будет хорошо слышно, я могу слушать музыку. Все это хорошо будет слышно. Все, вот так вот это все делается. Я сейчас вам... покажу это, как выглядит именно без света. Ну, если вот так вот, я вам сейчас покажу. Вот так это выглядит в снятых наушниках, то есть они полностью... Даже микрофон, вот, даже микрофон, сам микрофон, он светится и как-то так. Также можно изменять цвет, это все регулируется в программе. Ну, а если вам нравится синий, вы можете пользоваться синим. Ну, я сейчас уже буду... тестировать это ночью. Итак, сейчас уже ночь. Вот так вот я одеваю наушники. И, ну, как бы, так как свет выключен, и даже подсветки никакой нет, поэтому это выглядит как-то так. То есть, все круто. Вот так вот можно снять, посмотреть, как это выглядит. Это очень круто. Если добавить сюда света, допустим, я сейчас добавлю сюда света, то это выглядит так. То есть, все круто, все вообще... классно, это вот так вот все выглядит, это все светится в ночью. Это, ну, если это вот так вот валяется, это вот так вот все видно. Очень даже круто, мне вот нравится, вот так вот все даже отсвечивает. Даже от рук отсвечивается, смотрите, этот свет. Круто, вообще круто. Ну, а на этом, наверное, все, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Если вам понравился этот видеоролик, обязательно поставьте на него лайк. Напишите комментарий, какой вам понравится. Ну и все. Думаю, подписаться на канал вам будет несложно. Всем пока!